ехать в Ленинград. Последний сигнал. Мне там будет работать. Рассудите вы, навек друг друга потерять рискуете вы. Какое? Ну же скорее. По специальности. Скорее. Геологом. Скорее. Геологом. Все, если не сейчас. Я поезд не остановлю. Значит, никогда. Но должен ты об этом знать. Ваш последний шанс. Я все хочу тебе сказать. Да, да. Что я давно тебя люблю. Господи, наконец. Не стоило так тянуть, чтобы расстаться, когда уже в пору шагнуть. Под венец вам бы давно свернуть. И Катя, я люблю тебя. Было и Москвы, волновался ужасно, повсюду искал, под бомбежкой весь город пешком прошагал и нашел, слава богу, живым. Я вам могу помочь покинуть этот ад, ведь город обречен, к чему вам эти муки? Постойте, Ромашов, не отводите взгляд. Скажите, почему у вас трясутся руки? Выпейте водки глоток, вам нужно подкрепиться хотя бы чуток, прежде чем что с ним? Войны приговор так жесток. Он жив, что с ним говорить? Я его повстречал в сентябре. Он лежал в санитарном вагоне, тяжко раненый в ноги и в грудь. Он ни с кем не вступал в разговор. В тот
тот же день в 6 утра на заре на каком-то степном перегоне нам немецкие танки отрезали путь и, шутя в эшелон, расстреляли в упор. Я его оттащил от железной дороги, доволок до ближайших осин, уложил под кустом. Он был слишком тяжел, мне пришлось отползти за подмогой, а потом, это ужас, что было потом, я вернулся за ним через час. Думал, он все лежит неподвижен, и я метался среди этих осин, но найти его так и не смог. Я пытался, но каюсь, не спас, и, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один в окружении врагов и почти что без ног. Нет, все было не так. Я могу это твердо сказать. Вы не ангел, вы враг. Выдают вас за вины в ваши глаза. И своим вдохновенным враньем никогда вы не сможете скрыть одного. Ромашова, да вы убили его. Уйдите! Это не я! Уйдите! Это не я! Это не я, хотя, казалось бы, и не за что мне было абсолютно его любить. Это не я, его не стал я убивать, хотя и мог в лесу безлюдном его добить. Я не пойму, как выпал зон, когда бомбили эшелон, как он добрался до этих осин, где я наткнулся на него и два живого друга детства своего. Да, я не любил, да, я не любил друга своего, да, да, да. Ну и что с того? Клятва на крови, дружба навсегда, все это мура, чушь. Детская игра. Закон природы прост, и змеиного яичка, и змеиного яичка не вылупится дрозд, не получится синичка, не получится синичка, и глупо ждать, что род людской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все же человеки, из непорочных человеческих детей. Никто другой уже не вырастет вовеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все это, он ответил: отвяжись. Я сказал: ну вот уж нет уж, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас махну рукою, и моей проблемы больше нет. А он, мол, врешь, мол, слаб ты покончить со мной. А я: смотри, смотри, я спускаю крючок. А он, стервец, калека лежачий больной, схватил костыль, да так его сильно швырнул, что отбил мне плечо. Он же костылем мог меня убить, это же маньяк. Вот, 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 вот. До сих пор синяк. Я этот костыль, я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички, всю еду и даже спички, и я ушел, просто ушел. Это не я его убил, он сам подох.
Все сгорело до
И едва возвратится когда-то потом. Теперь уже навсегда в этом доме беда поселилась. Стой! Что ты имеешь в виду? Ну, то, что Катя. Что? Катя, ты что, не знал? Ты врешь! Я видел сам, как она умерла. Я сумел их найти, но спасти не успел. Весь Ленинград без еды и тепла жил так долго, что мало кто там уцелел. Теперь мне врать ни к чему, Бог свидетель тому. И поверь, мне, быть может, еще и больней. И нам нечего больше делить. Нам осталось лишь память о ней. Сам-то жив. Да вот башкой о пулемет. Как фашист? Фашист отлично. Не всплывет? Проблематично. Веселится и ликует весь народ. Будете знать, собаки, наш воздушный флот. Кстати, что там с самолетом?
Там часа на два работы, так немножко обгорели провода. Но на нашем тарантасе не взлететь с разбитым шасси. Там чего-то отвалилось. Не беда, палкой прихватим, будет шасси хоть куда. Ну-ка, взяли. Командир, гляди-ка. Эй, ребят, не убегайте, вы давайте помогайте. Не размяться ли нам чуть-чуть по холодку? Мы свои, но мы за наших, нам бы пару деревяшек. Мы бы шасси починили и ку-ку. Ну-ка, дружнее, приготовились к рывку. Деревяшка. Гляньте, братцы, вот вам шасси, и я умру. И откуда бы здесь взяться корабельному багру? Что за буковки такие? Жаль, попортила вода. О, прочел. С.В. Мария. Что? Откуда? Дай сюда. Где вы это взяли? Это было давно. Сильно давно. Тот человек пришел сюда со стороны большого льда пешком по ледяному полю. Да, это он. Он много дней провел в пути, мы не смогли его спасти. Он был, однако, сильно болен. Конечно, он в бреду совсем уже без сил. Письмо он донести просил туда, до русских поселений. Я снес письмо в Егорский шар. В тот год хороший был базар, мы продавали там оленей. Вещей немного было с ним, все, что осталось, мы храним. Шхуна «Святая Мария», корабельный журнал. В неоконченном романе, в одном и том же смутном сне, под сводом северных сияний, корабль, мерцающий в тумане, из ночи в ночь являлся мне. И это более чем странно. Вдруг ненароком наяву найти негаданно, нежданно полузабытого романа недостающую главу. Все, да кому читать их? Что в них толку теперь без Кати?